2 октября представители биржи OKX опубликовали официальное заявление, в котором объяснили возможные причины краш и выразили уверенность в безопасности платформы. Этот документ вышел после того, как известие о хакерских атаках и краже биткоинов на бирже разлетелось по всему Китаю и вызвало большое количество дискуссий по этому поводу. В этом заявлении OKX просит своих пользователей улучшить их настройки безопасности. Как сообщает Cointelegraph, представители биржи уверяют, что все операции по снятию, совершенные злоумышленниками, были заблокированы и платформа теперь защищена. Однако для улучшенной защиты учетных записей пользователям советуют включить аутентификацию Google.